новой шекспировской истории Ульяновский драматический театр шел 5 лет. В год театра первой премьерой на основной сцене стала комедия «Много шума из ничего». Режиссер постановки Даниил Безносов, главный режиссер Краснодарского молодежного театра, номинант премии «Золотая маска». Во время встречи с журналистами Даниил Безносов отметил, в его творческой биографии «Много шума из ничего» – это 6-й спектакль по пьесам Шекспира. В моей жизни это будет 6-й Шекспир, поэтому мне лично с этим драматургом не страшно встречаться, а то, что у театра есть давно к нему любовь, наоборот, это хорошее продолжение давнишней традиции обращаться нет к Шекспиру. Пьеса рассказывает о двух влюбленных парах. Сможет ли одна преодолеть вошедшее в поговорку расстояние от взаимной ненависти до любви, а вторая не сделать роковой шаг от искренней любви к ненависти? То самое ничего из названия – сплетни, зависть, недопонимание – способно наделать много шума и так легко разрушить хрупкое счастье. Сценографию, костюмы и световую партитуру спектакля разработал московский театральный художник Михаил Кукушкин. Главных героев играют 2 состава молодых актеров. В спектакле также заняты заслуженные артисты России Виктор Чукин и Владимир Кустарников, заслуженный артист Украины Андрей Бориславский, заслуженный работник культуры Ульяновской области Фарида Каримова. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.